Даже про свое здоровье. Я могу сказать, что вот после семинара ушло онемение в конечностях, то есть в стопах. Немела вся у меня правая сторона. В принципе, после беременности и родов я была у двух специалистов по мануальной терапии, классического мануальщика и китайская техника. И я не добилась такого эффекта, как вот за 2 дня. То есть полностью расслабился, видимо, позвоночник настолько, что я стала лучше спать. Ушли боли, онемение. И просто я знаю, была у специалистов, позвоночник, тазовые кости смещены. То есть, ну, он скручен. И из-за этого было онемение. То есть это все ушло. Я могу теперь спать спокойно. Могу сидеть спокойно. А не могла даже сидеть. Ни в какой позе. То есть вот качество жизни улучшилось намного. Ну, только благодаря 2 дням семинара. То есть настолько продышался и расслабился организм. Но эффект сохранялся четко у меня 2 недели. Сейчас, конечно, опять усталость накопилась, но ни онемения, ни боли у меня нет. То есть все ушло. Не забываем о том, что устало все-таки 2 деток маленьких, близняшки. Да. А это геройское просто. И один Даня. Да, и Даня такой вот. Но ничего, Даня, будет все хорошо. Но самое важное, что да, накапливается усталость, но вот боли и онемение вернулось? Нет, это все ушло. То есть ни боли, ни онемения нет. Вот. А усталость для значит, мамы. Иногда отдыхать надо. Да. Да, и будут еще впереди 2-я ступень. Там еще будет дальнейшее движение. Пока, Дань. Да? Пока. Пока. Спасибо.